упражнения на пальцы у нас не исчерпались. У нас еще есть в запасе такой тренажер маленький, да, собственно говоря, вот, который можно делать пальцы. Чем же он отличается от другого тренажера под названием комбайн на пальцы? Да тем, что на нем можно выполнять только упражнения на пальцы. Итак, повторяется схема комбайна на пальцы. Имеем линейные два подшипники, которые совершенно плавно дают нам ход. Вставляем специально вот здесь подшипники. Мягенько как упражнение. Это упражнение это будем выполнять. При этом, когда на комбайне именно вот эта ручка, она была недвижима, потому что она нам мешала, то здесь она должна быть движима. Здесь мы сходим пальцами только вот на сами пучки, вот сюда. Ну, естественно, плечевой механизм позволяет нам сюда наложить сколько килограммов, сколько мы захочем. Как правило, вот этот рычаг, на данной машине, самый больше позволял нам сюда положить, скажем, 40 килограмм, больше не положите. Поверьте мне, уже даже этих 5 килограмм некоторые почувствуют. При этом машина, как сами слышите, ходит очень тихо, тоже не скрипит, не пищит. А из-за своей компактности она может находиться практически в каждом уголке вашего дома, квартиры или тренажерного зала.